Здравствуйте! Сегодня мы представляем вам коммуникатор iMateJump. Это устройство относится к классу бюджетных. Соответственно, внешне этому коммуникатору похвастать особенно нечем. Но вот массогабаритные характеристики коммуникатора достаточно хороши. Вес этого устройства всего 110 грамм, он достаточно легкий. Экран данного коммуникатора диагональю 2,4 дюйма, разрешение 240 на 320 точек. Следует заметить, иконки, шрифты мелкие за разрешение, но спасает то, что здесь достаточно удобный стилус, он телескопический, и отличается высокими характеристиками эргономичности. Блок управления не отличается какими-то особенными характеристиками. Здесь 5-позиционный джойстик, также клавиши подтверждения и 4 клавиши. 2 софт-клавиши и 2 телефонные. Интересно то, что клавиши пуск и ОК подвешены на софт-клавиши при длительном нажатии на них. Коммуникационные разъемы стандартны. Кроме того, что на левом торце расположен microSD-слот, это необычное расположение. Снизу можно увидеть мини-USB. Разъем, также 2,5-миллиметровый разъем. И с правого торца мы видим клавиши громкости и включения камеры. Камера, кстати, здесь 2 мегапикселей. Итак, следует сказать, что это достаточно неоднозначное устройство, так как оно имеет и минусы, но при этом есть такие плюсы, как стоимость. Стоимость будет составлять примерно 12 тысяч рублей. Кроме того, этот коммуникатор будет необходим тем, кто хочет впервые использовать коммуникатор, но не знает, зачем он дополнительные функции.